Всем доброе утро. Сегодня расскажу про сочетание несочетаемого. На первый взгляд, я нажарила, напекла блинчиков обычных, сладеньких, даже в принципе не сладенькие. Вот, у меня прекрасный творог. Это сохранение структуры зерна, то есть зерненный, но без сливы, без всего. Село зеленое, очень вкусный, кстати, творог. И я сейчас различные сочетания пробовала. У меня там вареницы есть, вон, абрикосовая. И у меня с ужина оставалась нарезанная моя безумно вкусная зелень. Это лук зеленый и петрушечка. Сладкий лук, вообще просто обалденный. И я насыпала просто на блин творог. Поверх творога зелень. Слушайте, это настолько вкусно. Я говорю, у меня... Ну, какой-то обалденно сладкий, вкусный. И вот это вот сочетание, ну, просто феерическое. Так что сочетайте несочетаемое, обалдейте. Кушайте, смотрите, как вкусненько. Блинчики, творожочек. Зелень, вот тарелочка из-под зелени пустая. Всем приятненького аппетита.